Здравствуйте, меня зовут Колечкина Александра, мне 21 год. Я учусь в Московском новом юридическом институте на юридическом факультете и работаю в контактном центре Сбербанка России. Свободное время провожу с семьей и друзьями, а также увлекаюсь чтением художественной литературы и активными видами спорта. На конкурс я пришла для того, чтобы проявить себя и раскрыть свои таланты, а также чтобы найти новых друзей и получить яркие впечатления.